Ну, секретарь не помнит, а так вообще пусть сначала мне звонит, Володя. Согласовывает. Погромче. Хочет, пусть пишет вообще уведомление. Я на него хотел его из его быстрых глазах смотреть. Хочу выразить соболезнования по факту трагической гибели героев России в Иркутске. Как настоящие россияне отравились вот этой отравы. Я думаю, что это дело или бандеровец какой-то подлый, или Барак Обама. Ребята, держитесь, боярышник силы, это наше все. Не отказывайте себе национальной традиции. До новых встреч.